Ну вот, сегодня 1 октября. Погода не по-осеннему теплая. И я в парке Львов Тайган. Сейчас вот пойдем. Должно быть кормление. И уже прошло. Но надеюсь увидеть наших любимок. Вот кто-то идет. Да ты что? Ты разговорчивый такой мальчик. Мяско кушаешь. Сахар, муку и тебе дали. Хорошее мяско. Рулька. Дрочу, смотри, сколько у него это. Миллион подать. Смотри, сколько он старается. Это храм. Да, падают. Здесь смотрят. Там даже дети падают. Они же небезопасны. Но радует, что хорошее мясо дает. Что не худые, не тощие. А я наблюдаю за ними. Чего, с этой стороны? Нельзя так делать. Кому говорить? Костя, выкинем, тебя лев съест. Да. Выкинем, тебя лев съест.